сьогодні народилося громадянське суспільство. Майдан тепер в кожного в серці. Тепер вороття до минулого немає. Ще раз хочу сказати, що кожен з вас сьогодні усвідомлює те, що влада хитка. Влада вже поступилася своєю силою, і тепер сила в вас, сила в кожному з вас. Залишається тримати це полум'я в своїх серцях постійно і постійно нагадувати собі про те, що наша перемога розквітне, і вже скоро зміниться влада, розбудується нова, оновлена Україна. Дякую. Цей хлопець хоче співати гарні веселі пісні. Я знаю, що на Майдані всі омолоджуються. Кому 60, стає 15. Будь ласка, серйозно віднесіться до того оголошення. Тому зараз буде український реп. Український реп і хлопець Єрмак, який зараз вас буде трошки гріти. Все, поїхали. Привіт, Майдан! Привіт, Україна! З вашого дозволу я звернусь до вас мовою, яка буде зрозумілою на Сході також, тому що саме зараз потрібна їх підтримка. Ви знаєте, от ці люди і я починали революцію ще більше, ніж коли стояли за сім'ю Павліченка під судами. Ви знаєте, да, історію о сім'ї Павліченка? Вот. Именно тогда уже начиналась первая революция, когда первые люди, самые смелые ребята, выходили туда и стояли за первую украинскую семью, которая попала вот под такие репрессии и беспредел в суде. Сегодня мы пришли сюда, мы не поддержим ни одну политическую партию. И сейчас я хочу попросить, чтобы все политические партии опустили свои флаги как можно ниже и подняли флаги Украины как можно выше. Украина, поднимите свои флаги! Мы написали трек, который тогда посвящался событиям, связанным с семьей Павличенко. Он называется «Свободу честных». Поехали! Суда, базар, фемида, где глаза? У нас не власть, а позор, весь верховный зал. У нас народ запуган и привык всего бояться. Может, проснемся, братцы, может, станем нацией. В стране, где брат съедает ложь и беззаконие, где каждый... Апоквал колонию, где справедливость, мифы, гении ищут виноваты. Где боятся искать правду, лучше дураков запрятать. Где власть синоним криминал, это моя страна. Народ богов, такого вы выбрали святого. И итог решает тот, кто в жизни больше запакован. Среди богов, те, кому не светит Божье царство. Судьба одной семьи, судьба целого государства. Собаки в синем, людей бросают на дрезине. Выбраться по силе тем, кто сеет правильной корзине. В этой грязи нет ни совести, ни слова правды. Если снова промолчим, тогда мы новости на завтра. Если снова промолчим, тогда мы новости на завтра. Мама, я рос хорошим, порядочным и честным. Скажи, за что мне суд писал 13 лет? Моей большой стране моя судьба неинтересна. Ты говорила, правда есть, а правды нет. За что сидит отец? За то, что был примером, учил добру и родину свою любить. Когда такой разбат, то остается только вера в то, что моя страна начнет по правде жить. В стране бардак, а нас твердят, что все стабильно. Стабильно садят невиновных, людям врут стабильно. За день стабильно ломается несколько судеб. Так будет, пока народ молчит, пока боятся люди. Но по кабакам, кому не важно, ваши все бока. Кто на облаках, где-то накрылась черная рука. Кто-то на рога воспринимает добрые зазывы. Кто-то в сапогах, кто-то шевелится, боясь призыва. Так крысу, а другие просят призу. Звонить не вариант, меня никто там ждать не будет. Да и привык я ко всему, привык я к этим людям. Привык быть честным, привык этим обычным лицам. Да не могу смириться с тем, что каждый день творится. Братан, спасибо за репост, но тут не все так просто. Нельзя вот так за день разрушить местный космонос. Ни слова монстры, мы не кинем на маске поста. Если не вспомнишь про твой рост, тебе сломают тосты. Если не вспомнишь про твой рост, тебе сломают тосты. Мама, я рос хороший, порядочный и честный. Скажи, за что мне суд писал 13 лет? Моей большой стране моя судьба не интересна. Ты говорила, правда есть, а правды нет. За что сидит отец? За то, что был примером. Учил добру и родину свою любить. Когда такой расклад, то остается
тебя. Свободу честным! Свободу ребятам, которые стояли, защищали этот Майдан! Сейчас я хочу обратиться к нашему президенту и нашему премьер-министру. Всем известно, если человек на работе совершает какую-то грубую ошибку, за этим следует увольнение. Господин президент, господин премьер-министр, вы совершили очень грубые ошибки. Вы сначала остановили ассоциацию Украины в ЕС. Вы побили мирных студентов. Вчера вы пытались разогнать Майдан. Я хочу с этой сцены сказать волю народа. Господин президент, господин премьер-министр, вы уволены. В июне месяце я написал трек, который называется «Зона». Он немножко жесткий, там есть нецензурная лексика, но именно с ними нужно так бороться. Поехали! Майдан, ну давайте пошумим! Эй! Вчера увидел, как пацаны на черных грузерах с номерами вырос. Щемили мусора, унижали, били, называли пидорасов. Будешь знать, как тормозить пацанов с Донбасса. Будет на мясо, людей теперь живой живой. Когда Майдан появился, самый высший орган. Могут собрать бизнес, людей стреляют в хате. Новая конструктура, пропад потечена. От гади суммы падают, четко по дате. Экономика страны работает в одном формате. Пришли серьезные ребята из таких состав. Кабинет министра, таскают звезды на суставах. Бюджета нету, братик, ты когда читал газету? Общага серебанили, пустили все по свету. Такие люди, все бабки только в руки наши. Пока жирует, страна сидит на параше. Все по ковырному, к вашему изобилию. Вот страна оформлена на одну фамилию. И я не удивлюсь, если это бата Ульга. Жизнь страны сменит на песню Ульга. Дякую, Україна! Молодці! 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 Дякую, дякую. Сейчас я хочу обратиться к нашей молодежи, потому что, я так понимаю, взрослые люди не понимают, кто это такое молодежь. Кто-то видел, кто-то не видел. Но... Спасибо, да, я родом из Борисполя, своего города. Есть Борисполь здесь, на Майдане. Я знаю, Борисполь отстаивает свои права и борется за свободу. Хочу обратиться к молодежи. В последнее время я у себя на разных страницах в соцсетях выкладываю мысли по поводу происходящего.
и очень много срача по поводу этого всего. Но самое главное, что люди высказывают свои мнения и также сидят дома у компьютеров, либо там поругались мы вот недавно с многими ребятами на съемочной площадке, поругались со студентами в аудитории. Я прошу одного, неважно, кто вы там, вы за ЕС, не за ЕС, приходите сюда, давайте спорить, давайте находить какой-то консенсус, но давайте что-то делать, а не сидеть дома. Я хочу посвятить молодому поколению трек «Мечта», который говорит о том, что мечтаете, и все обязательно сбудется. Это ваша революция, это ваше будущее, вы сейчас его строите. Пожалуйста, давайте стоять до конца. Я каждый день посещаю этот Майдан, только сегодня решил выйти, потому что вчера были серьезные уже движения здесь, и теперь мы будем бороться еще серьезнее и вместе. Поехали! Майдан, ну что, пошумим? Сцені Єрмак. Тут багато хто запитує, хто на сцені. На сцені Єрмак. Молодіж, їсть на Майдані! Время бежит, не фан, что было 20. Скоро закончишь универ, уже взрослый пацан. Куда податься, чем вышли связать, за что держаться? Если в сердце есть мечта, то как тебе в себя стучаться? Стены бетона, каракатона, мимо людей, полы гондона. Мне твои нравы, брат, твое право, ты так и дальше, среди лактонов. Так как и все, офисные крысы, и не свалить куда-то по виде. Ты лучше с ними, ты инженер, да, ты ядерный физик. Все твои мысли прахом и пухом, только вы как-то дошли до звуки. А дальше нормально, как-то протянет, забьем, и вины убью. Пока молодой ловит каждый момент, ведь я нашу жизнь, здесь перемен. Я так же, как ты, слушаю, цой, жду своих перемен. Ведь ты элемент, ты что-то весишь, брат, в этой таблице белый пигмент. На воле те, кто уже прячет лица, ты аргумент, твои слова уже набрали вес. А прессом не заставишь, мы напишем новую пьесу. За что стоял, за что боролся и во что ты верил? Двери откроются, тут только мне остаться зверем. Время меняет снова новый лист календаря, и я уверен в том, что снова сбудется мечта твоя. За что стоял, за что боролся и во что ты верил? Двери откроются, тут только мне остаться зверем. Время меняет снова новый лист календаря, и я уверен в том, что снова сбудется мечта твоя. Сбудется, ты только верь, главное, братик, не ссать. Сбудется, не забирай тебя. Спасибо, Украина! Стоим до конца! Всем спасибо! Слава Украине! Слава! Слава нации! Украина! 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 Дякуємо, Майдан! С
свободу честным! Свободу честным! Свободу честным! Дякуємо. Це є група, яка вас буде грити так само. Всі на Майдані, зустрічайтеся, всі готові? Точно? Точно? Антитіла. Зустрічайте! Артистів, музикантів, які серед ночі грають! Нічого не бояться! Ви знаєте, доводилося виступати для багатьох. Сьогодні в перший раз ми виступаємо для героїв. Чесно, ми були у Львові десь неділю тому на Львівському Євромайдані, і ми спілкувалися з львів'янами зі сцени. І я казав, львів'яни, є тут львів'яни? Я казав, львів'яни, ви знаєте, ми кияни, а я... Ігор Дантитіла, це київська команда, я народився в Києві. Кажу, ми рівняємось на вас. Ви як рушійна сила, ви тулите вперед завжди, незважаючи ні на що, як локомотив. І я тоді казав, хлопці, дайте ще пару днів, дайте ще буквально трішечки, і Київ так розкачається, що ви не впізнаєте просто нас. І цієї ночі Київ вистояв. Київ сказав своє лаверди, разом з вами, ми всі разом, до кінця, до перемоги. І десь 28 числа, отам під стелою, ми співали цю пісню в перший раз наживо. Ні, спасибо. І тоді, чесно кажучи, ніхто і навіть подумати не міг, що влада в наступний день, вночі, буде вдаватися до таких брутальних дій. Ця пісня виконувалась з такою вірою в те, що мирним шляхом ми змінимо все і ніхто не постраждає. Насправді, щиро. А зараз я розумію, що ми змінимо мирним шляхом, а не постраждає. Я думаю, здогадуєтесь, хто постраждає. І перед тим, як почати цю пісню, я хочу, щоб ми ці слова заспівали разом. Я залишаюсь, я не зламаюсь. Ви! Ще раз! Я залишаюсь, я не зламаюсь! Незалежний! Я бачу, дуже багато наїжджають на співаків. Ну чомусь наші народні співаки сюди не виходять. Що і серед україномовних є досить багато поганих людей, так і серед російськомовних, англомовних, французів, німців. Всюди є паскуди. Дуже часто люди, які розмовляють російською мовою, є набагато більшими патріотами України, ніж щирі українці, так звані. Далі істок нема за що. Давайте глянемо, скільки людей на Майдані ще залишилося.
решаюсь, я не зламаюсь. Кожен урок знаменує крок, незалежний крок. Сьогодні ти подивилась світ.